Всем привет из Северного Степного Крыма. 8 часов утра, 17 июля 2024 год. Хочу показать. С утра идет взяточек с опоры японской. Сейчас от часов до 9, до 10. Будут нести, потом жара начинается. Сейчас это 30 уже градусов в тени будет, дальше расти температура. Днем потом лед совсем спадает, и также под вечер хороший лед начинается. Несут нектар, несут пыльцу, также потом где-то часов после 5 вечера и до самой ночи начинается хороший лед. Приносы идут. Вот так потихонечку они с утра и под вечер и набивают. Приносят нектар с опоры японской и колючек по степи. Вот так вот. Ну а днем, когда самая жара, практически не летают, пережидают пчелы. Пока.